Буэнос-Айрес. Сегодня хочу показать вам просто бесподобный аквариум, который мы наконец закончили. Мы долго строили саму банку и сегодня вот доделали отделку. Хочу поменьше говорить сегодня и побольше показать аквариум, потому что просто красивый аквариум и совершенно очаровательная рыба. И один полезный совет, как обычно, дам. Хотел нескромный совет дать, ладно. Нет, хочу показать, как мы теперь крепим отделку. Очень удобно, практично. Сейчас покажу. Аквариум имеет длину 3,20, ширину метра и высоту 70 сантиметров. Все это хозяйство из 15-миллиметрового светленого стекла со слоеным, усиленным, мощнейшим, моднейшим дном. Вот, что касается фильтрации, тут вот довольно большой, вот вы видите, фитофильтр. Каким бы там ярым сторонником фитофильтров я не был, да, это работает. Огромные монстеры, я не знаю, как передать масштаб, да, ну, вот во всю комнату просто размер этих монстер, да, как это с патифилумой называется? Монстеры, монстеры. Не помню, да. Большие, большие такие кусты, ну и рыбы тут, я не знаю, сколько владелец аквариума засыпает сюда, ну, наверное, килограмм засыпает, потому что тут огромное количество рыбы. Гигантские эти вот скаты, просто чудовищных размеров. Ну, самп такой вот, в общем-то, нехитрый. Тут в первом отсеке мешки, дальше губки, огромное количество биозагрузки, керамика, тут шары и насосный отсек. Ну, в общем-то, ничего фантастического. И аквариум этот, ну, если не на протоке, то с огромными подменами. То есть тут подмены около там 50% в день, по-моему. В общем, большие. Такая вот нарядная отделка. Блестящая, красивая. Это МДФ. Ну, вот, в общем, так это вот выглядит все ровненько. А можете показать, как это снимается, добро? Вот, ну, удобно, да, то, что съемные двери, и можно их снять, да, таким вот образом, и, ну, собственно, отложить в сторонку и заниматься обслуживанием уже внутри аквариума. Ну и, как обещал, полезный совет для самоделкиных, как крепить двери. Да? Ну, кто заказывал у нас аквариум уже там или в прошлых роликах, вы видели, что мы снизу делаем такие уголочки, на которые ставятся на каркас. И сверху зажимчики такие, не знаю, как они правильно называются, типа лягушечка. Вот лягушечка прискакала, короче. Вот, а сейчас мы пошли немного дальше, удобнее и практичнее. Такие вот магниты. Магниты. Дверь эта огромная, она там сантиметров 80 длиной из 16 МДФ, то есть довольно тяжелая, но вполне себе все держится. Пристегните, пожалуйста. Так вот, крепится это. Раз, два, все. И, в общем-то, все это ровненько держится. Так что вот вам совет на вооружение, что он делает. Ладненько, надеюсь, вам понравился танк, понравился ролик. До встречи в новых видосах. Не забывайте, ставьте лайк. И сейчас покажу еще немного этого замечательного аквариума.